Друзья, привет! Мариночка, привет! Привет-привет! У меня сегодня гости из Республики Беларусь, Марина Каток, партнер компании Siberian Wellness. И я хочу расспросить Марину, задать ей некоторые вопросы, потому что очень любопытно. Марина совсем недавно пришла в команду, всего 2 недели, и уже показывает такие крутые, классные результаты. И давай начнем с самого начала. Марина, расскажи немножко о себе. Все, что считаешь нужным. Хорошо. Всем привет-привет. Я сразу представлюсь, как меня зовут. Меня зовут Марина Каток. Мне 44 года. И, как Лилия сказала, я из Беларуси. И в образовании я учитель-дефектолог с большим 15-летним стажем, так скажем. Но по мере того, как приходило сознание в моей жизни, я перешла в онлайн-предпринимателя. Вернее, и правильно будет, это сетевой предприниматель я. Опыт сетевого бизнеса у меня уже 6 лет, как я работала в компании Oriflame, но перед этим у меня тоже был опыт. Но я вкратце остановлюсь на том, что происходит сейчас. На данный момент все наша жизнь меняется, меняемся мы, меняемся подходы в жизни. И когда вот в свое время я работала учителем-дефектологом, почему я пришла в сетевой бизнес? Потому что я искала возможность дохода, как миллионы, как большое-большое количество людей все рассматривают и ищут для себя варианты дохода. Смотрите, когда вы работаете в найме, у нас что, оклад? И я поняла, как бы я хорошо ни работала, какой бы стаж ни был, каким бы специалистом ни была, мой оклад никогда не будет увеличиваться. Все, есть ограничения, ну плюс еще добавка там премия, но она небольшая. И поэтому я стала для себя рассматривать возможность, что я могу. И я хочу сказать, когда у тебя нет большого запаса капитала или что-либо открыть ты не сможешь, и ты ищешь для себя возможности. Вот сетевой — это тот бизнес, который дает, наверное, возможность для миллиона людей в этой жизни реализоваться. Реализоваться как личностно, так и заработать финансово. То, что вот на данный момент, мне кажется, очень много людей в поиске для себя возможностей. Ну, потому что жизнь такая меняется, все меняется, и мы должны в этом потоке просто успевать. И перейдя в сетевой бизнес, в Oriflame, я хочу сказать, что я за год сделала очень быстро уровень директора. И потом мне казалось, что все, сейчас все будет очень быстро, все классно. И я стала плавно переходить с офлайна в онлайн работы. И вот здесь такое, знаете, долгое было, во-первых, много-много обучений пошло, потому что надо было поменять. И плюс такой еще психологический момент. Часть команды осталась офлайн работать, они до сих пор, девчонки, работают. А кто-то, даже я, наверное, скажу, что это были уже новые люди, которые пришли в онлайн работать вместе со мной. И потом это были затяжные 4 года, которые просто были масштабные обучения, я бы так сказала. Я в это время, наверное, набиралась опыта, росла, но по карьерной лестнице, как я говорю, то, что я хотела, я не выросла. И потом пришли вот это вот время, пришло такое непонятное, как я говорю, время перемен, когда одни люди пытаются и вырываются вперед, вторые падают, так скажем, да, или ждут чего-то в ожидании, замирают. То есть был такой вот период, и это вот недавнешний период, когда я поняла, что-то происходит не то. Не то надо менять, потому что я вижу, что я не расту. Знаний много, всего много, но я не пришла к тому, чему я шла. Вот, знаете, как вот я пришла, мечты и цели, планы, да, мы всегда говорим, напиши, ты будешь вот... Но я не реализовала этого. Я не сделала того, чего я хотела. И вот, знаете, это же по капельке все приходит. Это же не в один момент, а по капельке, по капельке. Ты понимаешь, что не то происходит, не туда ты идешь. И, наверное, набравший сил, как многие люди, просто соглашаются с тем, что есть, и просто, ну, вот там платится на директоре доход, и слава богу, да, как многие сидят. Ну, вот так я буду, да. Это А я, наверное... зарплата получается. Да, ну просто как найм, но я же не за этим пришла. И знаете, самое важное, наверное, признаться себе, что происходит не то, ты не за тем пришел, ты можешь другого добиться в этой жизни. И вот этот момент у меня такой переломный настал, и этому еще посодействовали многие факторы такие, и семейные, много проблем свалилось, и психологические, и все это в кучу, и такое мощнейшее выгорание. И в этом моменте я, наверное, вот уважаю себя за то, что я просто смогла себя поднять и сказать: Марин, не туда движешься, признать то, что происходит не то. И сегодня, когда вот мы с Лилей ведем эфир, я могу это сказать, что надо новые варианты искать. Если у вас не получается, не получилось, значит, делай что-то другое. Ты можешь делать с огромным потенциалом, то, что есть, с огромным масштабом в голове, ты можешь делать гораздо больше, зарабатывать и дойти до тех целей, которые есть. Они же у меня написаны.
Но они же себя не исполнят, мои тетрадки, если я не начну делать. И вот тогда я стала анализировать и рассматривать, что я могу делать, увидела Лилию. И стала уже, знаете, когда есть запрос, тогда на этот запрос приходят. И я стала, вот, наверное, то я посмотрела маркетинг, все изучила, и мне нужен был классный продукт, чтобы восстановить свое состояние, вот в том, в котором я была, да. Я же начала с продукта, я попробовала продукт, я поняла, что мне нравится этот продукт, я поняла, что он принес пользу мне, и я могу эту пользу дать людям. И вот все потихонечку стало складываться, изучала, 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 и тогда я решила, что... Раз не получается так, я попробую по-другому. Я просто изменю ход своей деятельности. И я решила прийти в Siberia Wellness и работать. Но я только не так давно начинаю. Но уже за те 2 недели, которые я пришла, получается, в апреле, уже я увидела глобальную разницу в том, что по доходам. Это был основной ключевой момент, когда я стала анализировать. То есть доходы в разы превышали той деятельности, за то, что я получала в Oriflame, так скажем. Вот. Получается, ты с первого момента, как новичок, полностью зашла, и ты сразу почувствовала, что здесь преимущества другие абсолютно, что здесь новичку выгодно сразу вступать в компанию, и он видит результат. А сколько ты заработала за эти первые 2 недели? Ну вот за первые 2 недели я закрыла первый статус, это получается 1000 бизнес-тим. Бизнес-тим 1000? Да, бизнес-тим 1000, это у меня было 426 рублей белорусских. Да. Ух ты! Это получается в 1000 баллов. Ну вот если сравнивать с Орифлеймом, 990 баллов, 9%, это будет 47. То есть я все заскринила, даже вот анализ для себя лично, то есть это в разы доходы превышают, ну, товарооборот практически одинаковый, да, получается в 1000, а доходность превышает в разы. То есть Ты тут сразу... удивилась? Ну, конечно, я была очень приятно удивлена и понимаю, что это, ну, большая-большая разница, большая, огромная разница. А когда ты начинаешь в начале пути, особенный новичок, и... Ты чувствуешь, что вот, это есть, и ты зарабатываешь уже здесь и сегодня, не завтра. То есть человек, который приходит, он сразу зарабатывает в первом месяце работы. Это очень важно. А еще то, что меня поразило, я, наверное, прям, да, расскажу? Давай, 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 то, конечно. То, что я увидела, то, что мне понравилось. Знаете, когда вот люди будут меня слушать, особенно сетевики, которые долго-долго на одном месте, которые прикладывают много усилий, много-много обучается, но ничего не происходит. Вот у людей происходит выгорание. Они сидят на одном месте, они делают, они работают. Не то, что они не делают, да, они работают, но у них нет, нет того, к чему они идут. Вот я очень долго искала свою систему. Я все внедряла, у меня все всегда было бесконечно в бумагах, я все искала, всех слушала, но не было... То есть я не могла сделать, я не пришла к тому же, чему я хотела сделать. А здесь, придя сюда, что я получаю? Классную команду. Сразу, да. Получила классного наставника в лице Лилии. Я получила все инструменты в работе. Вы понимаете, вот когда действительно говорят, ты пришел в систему, бери и делай. Вот тебе вот этот чат, вот этот, а вот это обучение ты прошел, а потом ты вот сюда зашел. И вот тут это есть. Я получила, то есть я была в таком приятном шоке, удивлена. То есть все, что вот с чем я сталкивалась, вот сталкиваюсь, да, сейчас, в начале самом, везде только положительные моменты, понимаете? Начиная вот с продуктом, классный продукт, я попробовала на себе, мне нравится, доставка супер, ее приносят домой, я была вообще в восторге, как так может, день-два, и вам почтальон приносит домой, то есть очень удобная логистика, очень. А второй момент, который, вот я как говорю, инструменты по работе, да, каждый сетевик ищет, тут пришел, все четко у тебя по чатам, все есть, но когда чат-бот выдает сертификаты, это было выше вообще моего понимания, как это возможно, что еще сертификаты. Вот. Очень четкая система. Пришел, тебе сказали, клиентские чаты тебя научили, тебе дают информацию, вплоть вот полностью, что тебе надо делать. То есть это очень, и я знаю, что многие люди это ищут, ищут, и это надо. И плюс, касаемо маркетинга, главное то, что доходность, да, основное, очень хороший маркетинг с очень такими привлекательными предложениями, особенно в начале пути, когда начинается наставник бонуса, клуб 200, программа лояльности, и вот это все совокупит, то есть вот на начальном даже этапе для начала для людей очень-очень важно, перспективно. И вот я хочу, вот суть моя, знаешь, в чем я думаю, что я пришла, и я хочу вот прям
май, вот сейчас у меня этот месяц, да, идет рабочий, и в июне я хочу показать результат, что каждый человек с нуля, он приходит с нуля, я с нуля начала, как все, да, и показать, что очень можно быстро в сетевом заработать, чтобы человек Классно. и заработал. Сколько ты планируешь заработать, Марин? За За май это месяц? прописаны прям вот цель твоя. Да, у меня есть, вот я за май хочу восстановить свой доход, который я получала на уровне директора, получается, на уровне директора это рублей 800, вот белорусскими, да, например, там забыла у меня, 600-800 за 3 недели, я хочу восстановить за май свою доходность, и в июне, естественно, уже все прирастить в 2 раза. И вот этот путь, вот я прям фиксирую все скринами, хочу зафиксировать, показать, вот эти действия надо делать, вот это вы в результате получите, чтобы конкретно люди знали, что придя конкретно в нашу команду, люди будут получать доход вот в первый месяц, второй, в третий, они уже сделают тот доход, который они хотят. Все, тут то есть только от желания человека, ну и от времени, конечно. Классно. У меня вопрос. Скажи, тебе легко звать в эту компанию людей? Как люди вообще реагируют, когда ты называешь Siberian Wellness? Хороший вопрос. Знаете, с чем я столкнулась, да? Мне понравилось. Во-первых, я сама не знала, что есть такая компания, пока вот, ну, не столкнулась. Да, для меня это было так вот что-то новое. А название само за себя говорит, да? Второе название, которое старого варианта, «Сибирское здоровье». То есть оно уже говорит, что это какой-то продукт, связанный со здоровьем. И когда общаюсь с людьми и рассказываю, люди многие не знают. И это так, знаете, драйвово, когда ты раньше говорил, Oriflame все знают, я была, я знаю, и дальше, даже если ты предлагаешь классный онлайн-бизнес, да, ты не, там не навязывание, ты ничего людям же не предлагаешь, ты предлагаешь им классную систему, люди говорили, я знаю, все, я знаю, ничего не говори мне, да, а здесь человек не знает, он говорит, ага, а что это, а, интересно, а тема здоровья, она актуальна, наверное, каждому человеку, ну, правда, в каждую семью, смотрите, ребенку надо... Витаминочки. Надо. Женщинам надо, мамочкам надо, папам надо, мужьям надо, надо, бабушкам, дедушкам надо. То есть получается, что продукт для каждого члена семьи, вот так скажем, целенаправленный. Необходимость, да? Да, необходим, да. И это важный момент. И знаешь, когда ты получаешь, что люди не знают и хотят послушать, им интересно. И прям это такое приятное такое ощущение, что, о, значимость. Это действительно важно, то, что я делаю. И для меня это важная тема, и я несу пользу людям. Здорово. Как тебе ассортимент продукции? Вот, например, когда я пришла, я была немножечко удивлена большому такому ассортименту, и я думала, что я не смогу работать с этим продуктом, потому что я не врач, я не имею к медицине никакого отношения, я даже не нутрициолог. Как у тебя вот это вот сложилось? Я просто вижу, что очень активно сама взяла продукт, у тебя люди заходят сразу с заказами, с большими. Как вы это встроили? Знаешь, мне просто, мне на самом деле просто. Почему? Потому что еще, получается, перед Новым годом тема здоровья для меня стала актуальна. Я стала заниматься йогой, и плюс у нас категория wellness в Oriflame, я проходила несколько тренингов, то есть я в этой области прокачана, я знаю, что это такое, я люблю БАДы, то есть у меня есть, как это сказать, уже заложена система того, что я понимала. И вот начиная с Нового года я стала прокачивать тему здоровья, питания, мне интересны были вот эти области, то есть я уже проходила тренинги. И зайдя сюда, я увидела просто огромный ассортимент продукта, который классный. У нас в Oriflame я люблю wellness, но его мало там. То есть, ну, все по единичкам, как я говорю, да, а здесь много. Омеги детская много разной, взрослые витамины, боксы потрясающие, да, и такие боксы, которые восстанавливают давление и от сахара, и от того, и от того, и от того. Просто большой, огромный спектр, когда ты можешь рассказать это людям, показать и дать пользу. Людям действительно нужен. Даже пример простой. Я вчера разговариваю со свекровью, у нее сахарный диабет. И она говорит, сахар повышается. И я думаю, боже, у меня же такой инструмент в руках, ей надо купить глюбокс, я сегодня уже посмотрела. Вот, понимаете, вот простой пример, когда нужно себе, не то, что там говорит, да, тут даже не происходит того, что ты будешь людям, как сетевой принято, как люди воспринимают, что, наверное, нет, здесь польза, ты даешь пользу, потому что это мне важно, моей семье важно, и понятно, что многим людям, особенно после всех этих болезней, важно. И именно вот этот продукт, БАДы, натуральные препараты, лекарственные. И когда я зашла, я же, знаешь, уже прокачана, я стала сразу составы. Я даже на автомате, я даже не подумала, что я делаю эту вещь. Я сразу, хоп, составы. Ага, травочки, все полезненькое, все посмотрела. И
Естественно, я это говорю людям, и те, которые ко мне приходят, я им сразу говорю, то есть для меня это уже нормально. Ну, конечно, когда человек, может, придет, только-только придет, и, например, с БАДами не сталкивался, мы же как привыкли витамины пропивать? Весна-осень, Да. в аптеке купим, да, витамины, которые с химическим составом, которые плохо выводятся с организма, мы пропили их, ну, как бы, и все. Вот раньше я тоже была так, в таком понимании, но сейчас, когда уже столкнулась, прошла, я знаю, что вот это, вот это, вот это. И здесь, знаешь, что я хочу сказать? Во-первых, когда человек приходит в команду, идет плотное сопровождение, и человек получит все, что необходимо, и вплоть, все, прям все рассказывается человеку. И очень хорошее обучение идет от компании. Ты заходишь в онлайн-школу, и там пошагово, пожалуйста, курсы такие, 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 такие. И если Расскажи, человек какие есть курсы? ему интересно. Ну, смотри, базовые это будут wellness, витамины и минералы. Дальше идут там курсы по нутрициологии, там еще разные. Там очень много разных разбивок именно информации уже касаемо, как сказать, по категориям. То есть человеку просто, если он пришел, и у него есть конкретный запрос, он может в этой области прокачаться и пройти обучение. Не надо платить миллионные деньги, да? Мы все знаем онлайн обучение, сколько сейчас стоит, если ты хочешь, да, пойти там навык это приобрести, работать в Конечно. интернете или по продукту прокачаться. За все надо заплатить. А у нас получается, человек приходит в команду, у него все есть. Тебя обучат и онлайн работать, и обучат, как с продуктом работать, и при этом ты просто для себя пользуешься классными продукт, классным продуктом для себя и для своей семьи. Ну, это, наверное, восторг. Просто восторг, то, что все сошлось, как я говорю. Это, наверное, ту систему, которую я искала, вот, чтобы все-все это было, и ты в этом получал удовольствие. Вот сетевой бизнес, он закрывает две вещи. Когда ты получаешь удовольствие, тебе нравится то, что ты делаешь, и у тебя хороший доход. Вот здесь, наверное, все сошлось. Но точно я уже буду в июне прям все так разложу по полочкам, как я говорю, да, со скринами, чтобы все было с доказательной базой. Но уже сейчас я вижу большую разницу, так скажем, для себя, и я понимаю, что здесь, в этой компании, будет легче расти, быстрее делать результат. Ну, естественно, от этого будет, как сказать, энергия расти, и от работы будет удовольствие, когда ты получаешь результат. Когда партнеры зарабатывают, да? Ты знаешь, Да, вот что мне сейчас нравится? Я вспоминаю наш первый разговор и сейчас какая ты. И я вижу твою включенность. От тебя прям бьет энергия, горят глаза. Ты так изменилась буквально всего-то вот 2-3 недели назад. Это была первая встреча. Я очень рада, что ты так вдохновлена. Скажи, вот почему бы ты рекомендовала людям прийти в твою команду? Что бы такое ты готова им сказать? Какое может быть напутствие? Может быть, у них есть какие-то страхи? Подумай, что ты хочешь им сказать? Потому что я уверена, после нашей встречи мы выложим этот эфир, люди захотят прийти к тебе в команду. Поняла. Знаешь, я скажу очень конкретно и скажу вот так, как я думала, и я знаю, что очень-очень много сетевиков, именно конкретно готовых сетевиков, которые уже прошли очень многое и обучение всего-всего, и которые хотят просто заработать. Люди готовы работать, чтобы заработать. Я хочу сказать тем людям, которые действительно нацелены на результат, чтобы они заходили в нашу команду и делали свои крутые результаты. А то, что им гарантированно будет поддержка, конкретные инструменты в работе, вся технология по работе, хороший продукт, отличнейший бы, я даже сказала, для здоровья продукт, вы получите в этой компании. Поэтому, если вы действительно не потеряли веру в свои мечты и цели, они у вас есть, и вы понимаете, что вы хотите их реализовать, заходите в нашу команду и давайте вместе делать результаты, потому что сейчас время роста. Правильно. Поэтому Прям приглашаю классно. У меня всех. аж мурашки, слушай, классно. Марин, спасибо тебе огромное. Мне было настолько приятно тебя слушать, потому что я осознаю, что я сама этот путь прошла, когда 4 месяца назад я приняла тоже такое непростое решение прийти в эту команду, в эту компанию. Я переживала, что может не получится, и было что терять, как и тебе. И я могу сказать, что когда мне наставники сказали, ты попробуй, и будешь каждый день удивляться, когда ты будешь раскрывать что-то новое, компании, инструменты, распаковывать то, что здесь нет спама, то, что здесь какая поддержка, какое обучение.
Как ты будешь двигаться, ты будешь каждый день удивляться. И вот так оно и происходит. И я каждому тоже хочу пожелать, прям присоединяясь к твоим словам, просто примите решение, дайте себе еще один шанс или первый шанс. Попробуйте, и я уверена, что Марина станет для вас очень крутым наставником, потому что в Республике Беларусь это новая звезда, которая быстрыми темпами идет, а идти нужно за теми людьми, кто идет, у кого энергия, у кого есть ресурсы, знания и компетенции. Я от всей души тебе желаю мощного прорыва. Я прям уверена, что ты сделаешь больше, чем ты даже думаешь. Потому что здесь так. И тебя ждут и автобонус, и путешествия, и крутая команда единомышленников. Вперед! Спасибо. Пусть так и будет. Да, пусть так и будет, да. Круто. И Так что, ребята, ссылка для того, чтобы присоединиться к Марине в команду Республика Беларусь, да и не только, да, всем, кому понравилась Марина, кто хочет видеть такого классного наставника. Welcome. Ссылка будет в описании под этим роликом. Всем всего самого-самого классного. И пусть ваши мечты сбываются. все, всем пока-пока. Спасибо.